А какие условия создают в Казахстане, чтобы сохранить популяцию редких видов животных? Об этом и не только поговорим с исполнительным директором Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Верой Вороновой. Как вы видите, она уже с нами на связи напрямую. Вера Владимировна, приветствуем. Здравствуйте. Спасибо, что уделили время. Нас хорошо слышно? Доброе утро, слышно хорошо. И первый вопрос для вас, Вера, такой. Какие основные виды животных в Казахстане сейчас находятся под угрозой вообще исчезновения, да? И какие усилия предпринимаются для их сохранения? Спасибо. На самом деле важно сказать, что у нас есть действительно редкие виды животных. Слава богу, нет таких, которые являются под угрозой исчезновения. И в фокусе внимания всей общественности сейчас, конечно, такие виды, как сайгак, да, например, восстановление диких лошадей Пржевальского, куланы. И даже, например, сейчас в фокусе нашего внимания такие крупные хищники, как тигр и преднеазиатский леопард. Но на самом деле нужно понимать, что вот это расширение программ по сохранению изучения и этот фокус нужно тоже расширять и смещать на другие редкие виды животных. И, например, это целые группы видов птиц, как редкие виды гусей. Есть, например, такие редкие виды хищных птиц, как степной орел, сокол, баобаб, на которые тоже нужно обращать внимание, потому что они являются важными как бы звенами экосистемы, особенно степных экосистем, которые покрывают большую площадь Казахстана. Ну и, конечно, не забывать нужно о, например, насекомых. Они тоже являются представителями животного мира. И очень часто, даже сейчас в новостях, в глобальном новостях звучат такие новостные таблоиды, что стремительно снижается численность именно опылителей насекомых, которые являются таким, как бы сказать, гарантом в том числе нашей продовольственной безопасности. Угу. А в целом, насколько сложен этот процесс восстановления сразу, популяции? Да, как помогает государство в этом нелегком деле и ваша организация, какую роль в этом занимает? На самом деле, наверное, самая главная сложность состоит в том, что Казахстан является действительно огромной страной с большими территориями, и иногда для того, чтобы понимать вообще, в принципе, какие мероприятия делать по тому или иному виду, нужно иметь очень достоверные данные, да. И на самом деле в этом, наверное, нам могут помочь только внедрение каких-то современных технологий. И, например, один из примеров, 2009 года наша организация ведет спутниковое мечение сайгак. Это когда на отдельной особи одевается ошейник со спутником передатчиком, и мы можем ежедневно следить за передвижениями отдельных особей. И так как сайгаки являются стадными животными, то есть понимая, как передвигаются отдельные особи, мы можем представлять пути миграции целых популяций. И, например, сбор этих данных вот уже за последние там, 15 лет помогает нам принимать решения, где нужно создавать охраняемые территории для этого вида, как эффективно планировать строительство автомобильных и железных дорог. То есть на самом деле это ключ, то есть получение достоверных данных для принятия рациональных и эффективных решений по охране. И вот в этом случае, конечно, роль общественных организаций, научных институтов именно играет важную роль, это в сборе достоверных данных и научных данных. Ну, сбор данных понятно. Какие в целом есть успешные программы, которые помогают как раз-таки по восстановлению популяции исчезающих видов? Государственные, в том числе. На самом деле нужно постоянно повторять и говорить, что восстановление сайгака в глобальном мире рассматривается как что-то беспрецедентный успех, да, потому что, к сожалению, вот этот конфликт из-за роста численности сайгака сельским хозяйством, он немножко затмил, да, возможность праздновать этот успех в Казахстане. Это один из очень важных примеров, и в международном красном списке сайгак поднялся сразу на 3 пункта вверх. И на самом деле, помимо этого, ведутся же большие программы по восстановлению тех видов, которые исчезнули в дикой природе. Это тот же самый тигр, о котором сейчас была информация, и восстановление популяции диких лошадей Пржевальского. Даже на самом деле по тем же самым хищным птицам тоже ведутся программы. Казахстан совсем недавно стал участником межправительственной инициативы по сохранению хищных птиц. И там тоже планируются отдельные программы по изучению сохранению степного орла через решение проблемы гибели хищных птиц на линиях электропередач, через создание искусственных гнездовий для этих птиц. Это вот такие несколько примеров, да? Ну вот вы заговорили о международных коллег. В целом, как наши отечественные сообщества и международные организации способствуют в этом вопросе? Наверное, такая основная роль – это все-таки привнесение, как я уже до этого сказала, таких интересных технологий современных. Да? То есть, например, сейчас
Совместно с Министерством экологии мы отрабатываем одну новую методику изучения биоразнообразия водных экосистем через определение биоразнообразия через ДНК. Когда ты можешь взять пробу воды в водоеме, вытащить из этой пробы, я простыми словами объясняю, ДНК, и по тому, какие ДНК животных и обитателей этого водоема ты находишь в этой пробе, ты можешь очень быстро провести анализ, кто живет в этом водоеме. Да? И даже, например, если это река, волк прошел через реку, он оставил свою ДНК, ты можешь понять, что волк обитает в этой территории. Это одна из таких современных технологий, которые сейчас успешно используются в других странах, и мы стараемся принести в Казахстан, и это даст возможность очень быстро провести инвентаризацию биоразнообразия во многих водоемах Казахстана. Например, это тот же самый спутниковое мечение животных, это тоже какие-то методологии, которые ранее показали эффективность в других странах, и через вот эти партнерства с международными организациями, которые делают так, похожие программы в других странах, у нас есть возможность обучаться, получать доступ к этим информации, к этому опыту и внедрять его в Казахстане. А, Вера Владимировна, а насколько вообще есть шанс восстановить того же туранского тигра? Ладно, сайгаки, они существуют, да, хоть и были на грани когда-то исчезновения. Нас вот многие не понимают, да и я в том числе. Как создать заново животное, которого нет? Ну, конечно, аналоги, если можно так назвать, аналоги. Амурский тигр, там другой, бенгальский есть, да, а туранский, он чем-то все равно же отличается. Это путем метода проб? Единственный, конечно, способ – это реинтродукция наиболее близкого генетически подвида туранского тигра. Это его самый близкий родственник, это амурский тигр. То есть это даже не отдельный вид, это подвид. Да? То есть это значит, что этот вид, подвид, он когда-то был одним видом, обитал и географически был разделен. Да? Мои личные оценка, что этот проект действительно имеет возможность быть успешным. Еще очень важно понимать, почему такие проекты с такими харизматичными видами очень важны. Потому что мы видим верхушку айсберга, да, то есть тигр приезжает в Казахстан. Но для того, чтобы воссоздать популяцию тигра, проводится очень много мероприятий для восстановления всех мест обитания. Да, то есть это вся дельта реки, и там делается очень много мероприятий. Создана охраняемая территория, работа с местным населением. И на самом деле это вот один из примеров, это тоже лошадь Пржевальского дика, когда через такого харизматичный вид, да, ты можешь привлечь дополнительные ресурсы, внимание международного и местного сообщества для создания и для обеспечения организации очень многих полезных мероприятий для этой территории. Вот. Благодарим. Действительно, мы видим только верхушку айсберга. Вы озвучили... Перспективы хорошие, да. Да, вы озвучили вот за короткое время и то, как решают, и насколько это важно для нашей страны, популяция и защита вымирающих видов животных. С нами на прямой связи была Вера Воронова, исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. Благодарим вас.